Лето будет снова с вами. Сегодня мы вам расскажем про держатели, плунжеры для ножей, для режущих плоттеров Графтек. Плунжеры бывают с синим колпачком и с красным колпачком. С синим колпачком для ножей 0,9 диаметром, с красным колпачком для 1,5 диаметром. Как правило, плунжерами с синим колпачком режут более тонкие материалы, с красным колпачком более толстые, такие как светоотражающая термопленка, либо пленка для автомобилей. Держателем с синим колпачком и ножами 0,9 диаметра можно резать картон, бумагу, тонкие термопленки, самоклеющуюся пленку. Ножи бывают с углом заточки 30, 45 и 60 градусов для обоих держателей. Теперь расскажем, как установить нож в держатель. Раскручиваем, откручиваем синий колпачок. Нож вставляем в отверстие для ножа. Его можно вынуть и вставить обратно. Вставили нож и закручиваем до упора. Как выставить вылет ножа? Проверяем, чтобы нож не торчал. На плунжере есть отметка. Вот она стоит на нуле, совмещена с отметкой на держателе. Один оборот до следующей отметки означает вылет 0,1 мм. То есть полный оборот нам дает 0,5 мм. А еще один полный оборот, вылет 1 мм. Напоминаем, что прижимные ролики должны стоять по синим отметкам. А нож вставляем в передний слот, если мы режем материал насквозь, а в задний слот, если режем до подложки. Как подобрать вылет ножа для нашего материала? Выдвигаем лезвие и прислоняем к кромке материала. Лезвие должно чуть-чуть не доставать до края материала, он прорежется за счет давления плоттера. Сейчас будем резать картон насквозь. Установили плунжер в переднее гнездо. Чтобы его туда установить, мы до конца открутили болтик. Теперь закручиваем. Он должен встать плотно. Вот таким вот образом. Затянули. Загружаем материал в режущий плоттер. Закрываем задний рычаг. Нажимаем Roll 2, чтобы нам измерился материал. Перед резкой больших макетов обязательно нужно сделать тестовую резку. Для этого заходим в тест. Здесь у нас показано, сколько тестовых квадратиков будет вырезано. Либо один, либо можно выбрать три. И затем нажимаем давление. И будет вырезаться три квадратика с треугольниками внутри. Этот тест нужен для того, чтобы понимать, насквозь прорезает или не дорезается наш материал. На тесте нам видно, что вот здесь вот есть горизонтальная линия, она обозначает разворот ножа в нужную сторону, чтобы он резал корректно само лезвие, чтобы повернулось по направлению резки. В макетах, в больших, этот черкаш будет за пределами макета. Если на тестовом резе черкаш у вас внутри вашей тестовой резки, чтобы вынести его наружу, в настройках нужно зайти в меню, меню инструмента, спуститься на начальное положение угла лезвия, цифру 2 нажимаем, и ставим Y снаружи. Если мы поставим 1, то черкаш будет внутри теста. Если поставим Y снаружи, будет справа и внутри не будет. А указанное положение Y можно относить этот черкаш по вашему желанию куда-то правее или левее.